какие-то видны изменения. Да, это, да? Нет, ну, нет, да, сомнений. Да. Туалетку там хорошо делали. Делали, да? Изменения есть. Вот нет, мы говорили о том, что вот мы с этого года, значит, своими силами, да, там специалистов взяли, да, что будем, что УГХ будет своими силами дороги делать. Ну, чтобы не переплачивать подрядным организациям, да, деньги в организации, все чтобы правильно в городе вставали. Все вот правильно. Я приехал посмотреть, как вот эта работа идет. И мы очень рассчитываем на обратную связь с вами, как общественный контроль. Вот вы все же понимаете, там, ну, да, сделали, ну, так, да, так, не, да, так. Да. Где-то что-то недоработали, да? Вы нам подсказываете. Ну, так нет, а я сомнения. Буду приезжать и каждую дорогу будет смотреть. Ну все, 30 дорог. Что тут? Ну, да, да. Отсмотрим. В прошлом году мы за счет средств дорожного фонда попробовали делать дороги на частном секторе. В этом году мы подход изменили в том плане, что я дал поручение, чтобы управление городского хозяйства самостоятельно отработало технологии по ремонту дорог на частном секторе. Для того, чтобы дороги стояли, должны быть соответствующие кюветы, водопропускные трубы и так далее. Мы закупили значительное количество материалов. В этом году еще, наверное, докупим какую-то часть. И у нас в планах сделать 30 улиц в частном секторе, сделать их так, чтобы они уже постояли, капитально поработали. Ну, вот это вот основная особенность. Мы сегодня поездили, посмотрели, как идет дорожное строительство, пообщались с жителями. Жители очень позитивно отзываются. Для многих это была боль. Мы знаем, что частный сектор в ряде случаев, он даже не проездной, особенно в осенние, весенние периоды времени. Мы думаем эту ситуацию исправить и эти работы вести своими силами. Я буду держать эту ситуацию на личном контроле для того, чтобы эти дороги не отличались от тех дорог, которые делают специалисты-дорожники.